помилуй нас. И поклониться. Себя проверить один раз. Не надо постоянно доставать. Ну что ты правильно кланяешься? Для Господа надо кланяться истово, с усердием. Вообще для Бога, для ближних надо работать с усердием. Поэтому и поклон делать с усердием. И все, что мы делаем, делать для Господа нужно. Он все видит. А то бывает, вот, так даже пред людьми кланяться ниже. Там в Японии, в Китае, пред императором. А пред Богом почему-то такой поклон делают. То есть неправильно. Ну люди не научены, не знают этого. Ну-ка еще раз, ноги вместе поставьте. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот так, хорошо. Кто не будет кланяться, потом отдельно 100 поклонов. Вот имейте в виду, ну кто плохо как попало, будьте внимательны. Потом мы будем изучать устав с вами. Если вы с уставом будете дружить, все у вас хорошо будет. Нарушений никаких. Как сегодня ночью, замерзли, нет? Не замерзли? Как кто это замерзает, тому одеял дополнительно. Комары мешают, это выгонять их надо. Выгонять, и надо щелки сегодня проверить. Надо дядя Никита проверить щелки. Еще раз на дверях. Мы там везде все замазали, может где-то не видели, но я проходил, там все везде щелки. Они в маленькие щелки лезут. Скорее всего вы заходили и запустили их, особенно вот в моей келье. Их столько не было. Клеенки у всех? Да. Никто сегодня не плавал, я своих проверил. Каждое утро проверяйте, чтобы... Я вчера кепкой отмахал комаров. Комариков выгонять? Не выгоняли вчера вы? Нет. Плотно окна закрываются, это делается с вечера. И двери приоткрываются, и пошел, и они на свет вылетают все, как угорелые. Так, все, молимся, внимательно слушайте слова молитвы. На гимнастике мы проснулись, а сейчас уже будем к Господу обращаться. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси, блаже души наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь Тебе возглашаем сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, просвети мой ум и сердце, и открой уста мои, чтобы мне воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся, так в страхе воскликнемте в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, приидите, поклонимся,
царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, царю и Богу нашему. Псалтырь пророка Давида будем читать. С первого начинать, да? Закладочка. Мы первый вчера прочитали. Первый только. Угу. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторнем узы их и свернем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, так как я никогда не делал доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне безнаказанно открыть мой недостойный уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного окаянного раба Твоего. Беспечность, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, кульные помыслы от окаянного моего сердца, от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих и боянищи жалок. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и помыслов, и от всех злых влияний освободи меня, ибо Ты благословенна от всех родов, и славится многочтимое имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Каждый называет имя своего угодника. Как зовут тебя, так и имя твоего угодника. Арсений, там Иван,
про себя. Ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах нашей. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наши. Спаси, Господи, людей твоих и благослови наследие твое. Победы на врагов даруй православным христианам, и крестом твоим сохраняй твой народ. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, и по святым его молитвам прости мои согрешения. Спаси, Господи, помилуй родителей. Имена родителей называйте. И по их молитвам прости мне мои согрешения. Спаси, Господи, и помилуй святейших вселенских патриархов, пресвященных митрополитов, архиепископов, епископов православных, митрополита Илариона, патриарха Кирилла, Илью, Евтихия, Максима, Диамида, Агафангела, Сергия, весь священнический монашеский чин и весь притча церковный, который ты поставил пасти словесно это стадо, и по молитвам их помилуй, спаси меня грешного. Спаси, Господи, и помилуй священников, протерея Якима, Иоанна, Павла, Геннадия, Михаила, Наума. Весь священнический монашеский чин. Дьякон Александр Евгений, Михаил, Андрей Андреевич, часов церкви нашей, всех православных христиан, здесь проживающих, Барнаульской общей находящихся и в России не живущих, посети милостью Твоей, чад Твоей, Господи, сохрани нас сей день от пожара, от несчастного случая, от лукавых духов, недобрых людей, от всякого рода зла, и душам нашим полезное сотвори. Обрати, Господи, к вере истинной, приведи к покаянию родственников наших, тех, которые не знают Тебя. Обрати, Господи, правителей Владимира, Дмитрия, Барака, Ангелину, Франсуа, Александра, Сергия, Рамзана, Александра, Виктора, Михаила, Петра, Арсения и других правителей стран мира сего. Вложи в сердца правителей мирное, доброе намерение. Утиши войны, примири враждующих на Украине, в Сирии, в Палестине, в других частях мира. Господи, слава Тебе за это тихое мирное время, за начало нового дня, которого никогда еще не было на земле. За это дивное летнее утро, за солнце, за щебетание птиц. Господи, за все Тебя благодарим. Даруй нам, Господи, желание трудиться во славу имени Твоего Святого. Даруй детям страха Твоего, веры и послушания, а нам, воспитателям, мудрости. И благослови, Господи, чад Твоих. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.